Друзья, всем мое почтение. Имеем вот такую деталь, точнее заготовку пока что. Что нам необходимо? Нам необходимо выфрезеровать вот здесь специальные надписи, заранее подготовленные. В первую очередь необходимо выровнять поверхность. Все дело в том, что здесь имеются достаточно сильные повреждения, точнее неровности, ямы и прочая неприятность. Для фрезеровки это плохо. Тиски сверлильные, китайские, не очень качественные, но на первое время пойдет. Вот такая вот фиговина. Не знаю, от чего это прямо. Черканите в комментариях, кто знает. Быстро сохнущий клейстер. И быстренько раз и на матрас. Зажимаем в патроне токарного станка. Нормально. Да, тяжковато моему станку обрабатывать сталь. Страдает и физически, и морально. Более того, впервые с таким сталкиваюсь. Стопудово у меня на канале есть токаря. А ну-ка, товарищи, объясните мне, почему стружка черно-синего цвета? Что это означает? Или это просто вследствие взаимодействия с маслом, то есть от сильного нагрева? Или же это сталь какая-то повышенной твердости? Буду признателен, ибо теряюсь в догадках. Пройдусь наждачной бумагой, в зеркало полировать не буду, в этом задача наша не заключается, но наждачной бумагой пройдусь, дабы удалить следы резца. Да и с более блестящей деталью приятнее работать, нужно это признать. Для того, чтобы демонтировать заготовку, аккуратненько разогреем ее. Соответственно, клей утратит свою прочность и деталь отделится. Необходима ветошь. Достаточно надежно зафиксировал заготовку. И теперь необходимо обнаружить центр. Проще всего сделать это можно с помощью вот такого пробника, выточенного галага. Также определяю и начальную точку по оси Z. Вперед и с песнями. Масло обязательно.
Фрезеровка благополучно окончена. Снимаем деталь. Последний, очень важный этап – промывка от масла и от мелкой стружки, скопившейся в выфрезерованных местах. Протрем ветошью. Вот и все. Поближе. Получилось великолепно. Не побоюсь этого слова. Бликует, ибо блестящее. Вот так вроде бы получше. Мне кажется, для большей наглядности лучше всего выгравированные буквы и надписи зачернить. То есть нанести небольшое количество масла и разогреть. Здесь будет черным, здесь останется блестящим. Но это уже пусть делает хозяин этой детали. Отправляем деталь к Олегу в Днепропетровск. Олег, привет тебе и жму руку. По вопросам гравировки можете мне писать в Instagram, можно на почту написать. Я отвечу, и мы с вами договоримся. Помчался я на почту. До новых встреч, но пасаран, пока.